А Лавар троих поддержит. Это паладина, каски, кулаки. Да, каски, кулаки, три паладина как раз. Два ретрика и каски, кулаки, и пал, кресты. Все, отлично. Еще и надо. Да, там вообще нереально. Кстати, когда я на его бы смотрел, мне показалось, что он табурен. Странно. В смысле, сколько хосты для ГПД? Декана. 600-650. Не знаю. Подожди, он уже в ГКД, говорит. По-моему, в ГКД 1400. А. Я не знаю точно. Ебать. Да сейчас он тебе покажет, как быша крутит на ретрике. Т4 собирает, Т10 не в моде. Так. Зачем ты это пишешь? А? На ОСП кто-то хотел ролить. Да, роли молот на. Все, скринил. Дискорд кинул сообщение. Про Геру не забыл. Короче, по королей поставят Геру сразу. Давай мы тогда сразу напулим Навара, короля, если поклада с тобой. Угу. Остальные так сразу поддержат, давайте на готовность. Сейчас Вар не принял. Ну, она зашел, он же там писал. Срочно отойти. Он писал? Не помню, да, по-моему, он писал. Не помню. А, Слава написал, да, все, вижу. Ну, сейчас он придет сразу на полицейку потом. Прикольно у него щит, кстати, да? Да, не то, что у меня, по-моему, да. Все, Варта тут? Давай, добавим пол, даю и поехали. Сейчас. Я на поле у меня. 5, 4, 3, 2, 1. Вот. Собака в бане, а то я что-то не вижу отсюда. Я тоже не вижу. Нет, не в бане. Нет. Спиннеры там походу. Крошу, пойди спальте, пожалуйста. Я вот на хантах, да, все время забываю переключать эти. Да я все забываю. 5% угона. Алкоголь используешь? Не, на гоблине. Все равно используй. Щиток диспейте, пожалуйста, магии, квесты, все, кто нашел, все равно.
Так, и вы можешь короля забрать, отодвинусь. Все остальные киглеры бейте. Короля увидите просто, где он обычно стоит. Да, вот так, хорошо. Милики, перед лицом киглера встаньте, чтобы вас не отталкивало. Интересно, какой новый БМ Хантер будет после реворка? Там под гневом твой пет надевает меч или лук и с тобой ебаш. Трансформируется, блядь. Что-то такое, да, будет, наверное. Да, ты садишься на пет. Да, да, ебать, вообще круто. Че, РД могут в короля уже? Да, ну я так и... Там Керос на первом месте, да? Нет. Хорики на... Но они на двух целях, крути до... А тебе ИВП не дал истерию? Нет. Да, ты вообще где-то на дне. Я на третьем. Не нормально. Не, ну... Ну ща на груле. А вот и где. Там слишком груле хочешь. А ты на втором месте уже мне показывал. Да, да. А уже на третьем месте слился. Просто я спину не могу. Этот крутится, чё? Ой, офигеть, там чуть не слечил. Поставь этот тотем. Я же поставил специально в пати с танками хилов. Поставь тотем, пожалуйста. Трепета. Все, окей, окей. Ну, полетел. Летел я. Керус, ты XR дал на тебя. Ага. У меня тут феря. Подожди. Короче, сейчас истерии всех Керуса. Все, Керус. На паладина чекай. Чё там? Сука, блядь. Чего? Даже не на паладина. Воин, жрец, друид. Mm-hmm. Даже молота на руне выпал. И 5 поезд на мага, правильно? Мага? Ну тут того мага нет вчера. Ну аура осталась. Я говорил, надо было брать. То он спит там, наверное. Запил, надо поспать. Газор по зарку, ты не он говорит? Да. Он был с утра сегодня. Да, он должен войти. Ты сейчас в срыве? Да. А ты гранатки раскидывал под боссов? Не, мне бывали. Бля, линканите охоту. Точно, на, там охота. Хилов принял. Идеально. Да. Ну, пусть уточнее.
У нас вар отлетел. Лишний. Сука, я понял. О, проход отлетел, да? Надо было, знаешь, что слава победителю не казаться. Да, блядь, шотнуло. Лишний, значит. Получается слабенький. Да это я, блядь, с напулами переагрил. Пойдет. Ну, череду, наверное, сходил, да? Ну, после череды шотнуло. Ну, он же размахом там бьет, громил. Метки убейте, ребят, короче. Ой, пошла зафирка. Да, залипай еще кнопка дабла, это что-то. Ну, с ноутбука, что ли, играешь? Не. А ты на дабл, у тебя какая-то адаптация есть? Нет, кнопка вперед. Так, вперед. В смысле, а прыгаешь ты как? Ты как? Так, это пробел. Пробел, как бы, да. А ты только что сказал, ты на пробел вперед идешь. Я сказал на W. Не на пробел. А-а-а, блять. А мне постоянно казалось, что ты пробел говоришь, а ты по W. Да, пробел. Я не знаю, что у меня в голове с этим словом. Пробел идет вперед. Дайте фул ребаф. Фул ребаф по рогам, по варам. И кто там еще нас падал? Барнет какой-то вроде. А, Барри, да, по варам, по этим, дайте. После притяжки друг от друга расходитесь с Геру после притяжки сразу, давайте. Кирос, поводишь миликов? И ВБ, спекайся, ФДК, тогда. Да. Звезду поставим, все милики за звездой бегайте. РЛ. Да, слушай. Ну... Ну, попросил нас один фопал, пусть он тебя сам выкидает. Не, ИВБ тут ФДК, тут МТ вар будет, второй пару будет войд фрозен. Все на пол и вар раздавайте, он по МТ что. Иначе он не наберет игру. Все, по кругу, знаете, почему все рядом стоят РДЗ? Вот чел и свою доску, ебать. Здесь, на РД? Да, вот. Лок. Ладно, ИВБ, сори, спекни с танка. Давай, в 2ДК танка пойдем. А... Третий танк хочу. Чего? Мы на вара бы на... Не, не надо. Пусть он просто постоит рядом с Андре постакает. Я не знаю. Брать не пускай стак. Я на пул. Че? Я не, у 2ДК пойдет. White Frozen первый и ВБ второй. Все, давай. ВБ пул. Пошли. Распределитесь по кругам там. РДД. Или у нас РДД мало. Сразу на Керус и истерию киньте. Отправо. Бать там Арм скрутит нахуй. На Рамса... А, там план. На ИВБ на пол кидайте сейчас. Все, удар земли, 4 секунды, готовьте отходить друг от друга. Друг от друга. Все нормально вроде. А, айсбаунд еще дали. Также и ВБ на поле выйти тогда. Керус, смотри за своим агро. В смысле, у него нормальный агро? Ему еще 1000, там дохрена надо набрать, чтобы сорвать.
На пул, а этот... Трикси на Керосу кидай лучше. Ну, я Трикси на Керосу кидаю. Да. Там он не догонит его дома на пуле. Серии на Керос. Все в Керос. Ну, давай Керос кусай. Ты там Вадим или зомби? Ну, искал. Ну, да. Он сделал, что мог, короче. Это как тогда? Ну ты не обижайся, го. Под левым. Завал отошли. Бубен Худа в рекаунс увидел. Че, так и не кидаешь донатки, да? Зачем напрягаться? Завал отбегите. Завала нет. У меня завал. Давайте крутой друга. Второе из баланс дайте тут. О, есть. Отлично. И вот бески нам из баланс. Отлично. Под левой ногой так. К правой ноге. По-моему, скоро у нас первая ячейка в стрелах будет. Вторая в бухле. Да, да. Сколько там уже? 5 стаков? Мало ДПС. Все в Кироса надо еще обрать. Триксы же на 15% увеличивают исходящий урон, да? Да, вроде. Под левую ногу. Да, давайте все триксы на Керос. Если что, с вами скинете еще. Все даже без Салема не догонят. Поверните немного. Вот, возле... Другую сторону, по-моему, не догонят. Ну ты говори, ад взлетит. Под левую ногу, великий, встань. Обратно. Блядь, опять завал, блядь. Правую теперь. Сейчас еще один завал будет. Не, нормально. Не, завал, блядь. Под правую ногу. Опять завал. Мне кажется, там мелики разделились. Да, короче, выживут, оху, как хотел. Да выживут, нормально. Массакра есть, опа? А, там. Это пожарит, нормально. Все. Чекай, ноги на половину. Тебе ноги нужны? Под левую ногу. А тебе что, нихуя ноги нужны? Блять. У нас маг умер под завалом. Под правую ногу. После правой ноги. Завал, завал. Да, я как-то ДПС держу еще. Как-то, блять. Конечно. Ну я на ММе. ММ больше дает, чем всего. Без 3-4. Ебать, теперь 3 навара будет падать? Что за хуйня? На прошлое КД, когда Хантом ходил, 3 на паладина. Когда я хожу с вара, ничего не падает. Когда я хожу не с вара, все падает. Нормально. Да, видно, пиздец. Надеюсь, гудак. Пойдет, что надо.
Ставьте порт шатрат, есть? Или 6 долларов? О, там сделали шатрат порт? Че, Нурик, тогда ДД найдешь? Да не, наливай, подожди. А, ты перенеси нас то. Да. Не, ДД не буду добирать, никого никто не пойдет. 20 перенесу. Не, есть такие. Мы все так быстро полетели, я забыл, что полет косома. Сразу 5 плюсов на кубы. Напишите. Все, окей. Набор закончен. Можешь меня рядом поставить? В русах подамажу. Да, без проблем. Свои 5к отдал. Значит, я хотел, но... Честные 5к, да? Ты с другой стороны. Все уже, кубы как пирожки расхватили. Если Бобин Худ уступит. Угу, мечтайте. Да слака еще специально еще, чтоб подальше посидели. Так, по пучам у нас звезду поставлю. Славно мы на печеньку. 200. Плечо, руки 200, остальное 280. И вы бы это на кубы хочешь, или на ФДК не хочешь подамажить? Ну, в принципе, ладно. Стой на кубах, его бы сейчас тебе поставлю. Место идеально. Привет. В смысле? Юнию, ты же дамажишь хорошо, зачем тебе на кубы? Ну вон ты 9300 дал на голе. Ладно, вместо Бобин Худа тебя, наверное, поставим. В смысле? Протестую. Еще с вас лакает, вот я тебе говорю. Блять, я обычно сам вставал на кубы всегда. Не видишь, сколько желающих заслать. Ты иногда не найдешь их. Сейчас. Так. И Енджи, да? Последний куб. Это здесь сколько лучше? Ладно. С ума не всех. Перейдем пока трэш чистим. Загнал, понял? Сон. У тебя получается на ханте грудак есть, да? Да. Да, везучий человек, ну. В смысле везучий? Я не знаю, третья КД не вижу этого грудака. Понимаешь, я его даже купить не могу, его тупо нет. Я третье, когда не вижу ни плещи, ни штанишки. На кого? На ханта. Да и я на паладина.
Ну я знаю, поэтому я плечо хотел. Походу РБК фармить придется. А, нихуя, у меня 40 жетонов всего. Это мне 10 дней подряд надо фармить, 7 РБК в день. Заебусь. У меня что, других проблем нет? Давайте через левую идем, может. Ой. Я случайно не на того напугал. Ну, в принципе, если сейчас грудак не пойдет, я, наверное, в рыбака все-таки буду ходить на ханте. Если пати с ги собираться будет. Удачи. Бля. Хотя мне напали тоже нужно. Ну вот. Только мне там 3 дня надо. Блин, вот кто вы? Вот я на прошлом, когда 4 часа этот гроумайк собирал, в итоге нихуя не упал. Просто пугом надо ходить. Я в ахуе, когда пуги сразу 2 токена сраливали. Нахуй я вот людей собираю, если они спокойно доправляются. Чё такое? А тут ханты везучие. Из мили зоны, вы поняли, ребят? Так, ладно, ставлю рыбку, у нас подали люди. Сейчас пока на кубы метку поставлю, сходите. Так, Frozen потанчишь босса, да? Угу. Я бы на кубе стоял. Сейчас, секунду. Пока стан. ЛБ, ты свою метку сбиваешь? Вар, ты свою метку сбиваешь? Да-да. Так, звезде у нас будет сбивать Void Frozen. На треугольнике путь у нас. Кто стоит на треугольнике у нас? Не, да? Юго-запад, если ты меня слышишь, на треугольнике сбиваешь ты. Или Цицел Аурин. Не знаю, кто-нибудь убьет. Вилуни. Кто у нас на Вилуни стоит? Так, ладно, все, ставлю рыбку. Давайте фул рыбов. Рыбку съедим сейчас, секунду. Вы думаете, что ваша жалкая магия будет удерживать меня вечно? По хилам распределитесь тоже. 2 хила пусть останутся на танке, остальные от этого. От луны до звезды, там китти как-то. Печенька и этот ромб у нас танки, можно усилить сразу. Тогда пофиг. На РЧ и добавим плохо.
ДК, потом зомби не забудьте выйти, там первый интернал выйдет сразу зомби. Я знаю, что его здесь. Забейте меня. Все, давайте зомби вызывайте все ДКшники. Блядь. Хила сожжу, да? На пульте сразу на череп все. Есть масталант вар? Забери, пожалуйста. Под ШВ сразу. Сразу хила и ханта рейтинг, потом по присту и ханту фул ребаф, каску, кулак, лапку. Все рейсите сразу, да, и ханта рейтинг тоже. Спасибо. Все на пулы на череп, Геро под кубы под, по команде, видите, короче. Каска, кулак, вижу все, отлично. Истерию палит Анду, наверное. Или Баварам каким-нибудь. Кубы 25 секунд, пока чилим. В основном это треугольник и луну хильте. Так, кубы на платформу остались 10 секунд. Давайте на платформу кубы. 4 секунды, 3, 2, 1, нажали. Держим, держим. Прохиливайте. Гера, хорош. Отлично. Все, с кубов слезли. Просто стоим. Этот издуряющий. Издуряющий этот дебаф, короче. Не стакайте, не подходите к платформе. Чтобы дебаф не обновился. Гранат ты все равно не кидаешь, да? Нет. А тут ее неудобно кидать, да. Че, еще тут можно? Да. Кубы на платформу стали. 14 секунд. Сейчас будет откидывание, сразу на кубы станется. После откидывания на кубы. Там почти сразу нажимать придется. 3 секунды, 2, 1, то есть нажали все, держим, прохиливайте метки.
побыть 20 секунд, готовьтесь. На платформу стали кубы? Три секунды. Три. Два. Один. Медали. Держим. Так, кубы 15 секунд почти. На кубы остановитесь. 8 секунд. Сжали. Держим. Есть ШВ? ШВСД, пожалуйста. И потолок. Айсбаунд можно тоже сдать. Хорошо. В первую очередь метки прохиливайте, кубы вот столько еще. Нормально. Тайминговый ШВ. Там плюс 2 секунды от вспышки. Расскажу, как станет. Готовьтесь. Кубы 12 секунд. На кубы становитесь. Метки. Метки на кубы. 4 секунды. 2 секунды. Готовьтесь. Нажали. Отлично, держим. Успеем добить? Кубы на платформу становитесь. 10 секунд. Ебать! Три навара, блять, я так и знал, что такая хуйня будет. Охуеть, прошлое КД 3 на паладина, 3 навара, блядь, ладно. Тут мало ты чё упал.
кидает трейд. Рольте мешок пока что. Херу зайдешь паролить плечо? Сейчас. Так, покчам выиграл, да? Сейчас кидаю. Так, маунта рольте. Кому нужен свирепый такой? Лайтер 91. 30 секунд даю. Голову золоде, которая то же самое. Ну не, ну это шоп спьяк дукашник. Сейчас, погоди. ДКшник на спек ролил или что? Сейчас там, у меня скрин же есть. Он на ДД ролил. Не пойдет. Войт, если тебе не нужно, я могу уступить тому. Сами, короче, распределитесь. Так, на грудный доспех. Токен. Ебать. 95. Два токена, считай. Чё, тебе сразу скинул, друид. Кто залутал ты? Нет, плечо пока никто. Голову ройте, кому надо. Да нет, про другие таки. Льгот этот, Эрдру. Мордёч. Ну, Эрдру Т4 такой. Я не знаю, на кого он на Т4, на все спеки ролится. Ну, в принципе, все равно. Так вот это Эгиду я вроде не ролил, Эгиду. Шама, Хапала, Элена. Один, да? Понял. И вот эту сумку, кому надо.